Разрешите отрекомендоваться? Кот Леонардо – интеллигентнейший кот в 24-м поколении. Живу в Эрмитаже, хожу по поребрикам. Сам директор меня с руки кормит. В этом году я открываю кинофестиваль «Волшебный фонарь». Кинофестиваль непростой, юбилейный. Ему 5 лет! Давайте-ка посмотрим «Волшебный фонарь», каким он будет. Котятки мои, детятки, да он будет онлайн! Да тут QR-коты бегают! А где я? Да я в онлайне! А кто я? Я Киберкот! Повелитель QR-котов! Мяу! Друзья! Приглашаю вас участвовать в кинофестивале «Волшебный фонарь». Зайдите на сайт «Волшебного фонаря» по адресу простоекино.ру. Простое кино в одно слово и .ru. На сайте. В разделе «Киноокно» смотрите в окошечки. В первом окошечке – фильмы. Во втором – мультфильмы прошлых лет. В третьем окне – мастер-классы. Они научат тебя создавать кино. Смотри мастер-классы и делай свой фильм. Когда твой фильм будет готов, найди кнопку, самую главную кнопку красного цвета. Подать заявку. Нажми ее и присылай мне фильм. Если у тебя будут вопросы, контакты на сайте в самом низу. Пиши и звони. Будем ждать твой фильм. Удачи!